Уходи! Дули! Дули! Он здесь? Говорил же не приходить сюда. Так он здесь? Нет, к счастью, отлучился по какому-то делу, но может прийти в любой момент, так что не медли. Мне нужно знать, есть что-то толковое? На этой неделе ничего стоящего. Можно взглянуть? Ни в коем случае. Ты не понимаешь, это вопрос жизни и смерти. Последнее мне ближе. И пока что только бедняги и бродяги. Никого достаточно ценного. Может, найдется несчастная душа, что, как и я, знавала лучшие дни и обзавелась золотыми коронками до того, как низко пасть? Всего на одну минуту. Нет. Ну же, Дули. Дорогой мой, сколько раз я уже помогал тебе в прошлом и набивал твои карманы больше, чем договаривались, к слову. Лишь одно убедит меня подпустить тебя к этим трупам. О, Дули, я ожидал большего. Эликсир дьявола. Если б ты только собрал волю в кулак и сдержался, многие находят свой конец в темных удовольствиях. Молюсь, чтобы ты однажды не присоединился к ним. Кстати говоря, я не с пустыми руками. Голову до сих пор ищут. Нашли в ванной. Было похоже на суп. Тетка явно хорошо следила за зубами. Деревянные протезы. Впечатляющая работа. Жаль, недооценена на свободном рынке. К черту это все!